Алтайский край и его столицу накануне вечером накрыла буря. Информация о последствиях делились горожане в социальных сетях. На Горно-Алтайской на проезжую часть упало дерево, на Малахово не выдержала порывов ветра металлическая конструкция, на проспекте Ленина ветками деревьев разбила автомобиль. Правда, судя по комментариям, барнаульцы ожидали большего, а гроза и ветер закончились буквально за 15 минут. Гораздо масштабнее непогода проявила себя в Тюменцево. Там прошел крупный град. В Новороманове и Тальменском районе несколько часов не было электричества. На трассе перед Черепаново сдуло остановку. К слову, дожди, грозы и град, а также усиление ветра в крае прогнозируют и сегодня. Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о соблюдении мер предосторожности при непогоде.